Конкурс с призовым фондом 1 миллион рублей объявляет муфтия Дагестана. Участники будут соревноваться на лучшие знания книги шейх Сайфулла Кадибашларов «Жизнь и творчество». Конкурс пройдет в тестовом и письменном форматах. Всего ожидается три этапа. Первый состоится 15 мая по месту проживания. Второй этап пройдет 22 мая в городах и районных центрах. А вот финал состоится 29 мая в Махачкале. Принять участие в конкурсе могут все желающие без возрастных ограничений.